Игровые комплексы, современное оборудование и безопасное покрытие. В каждом детском саду города к новому учебному году будут открыты новые спортивные площадки в рамках проекта «Вам решать». Еще 10 садов города оборудовали малыми архитектурными формами сверхплана. Работы завершили в декабре прошлого года. На заседании Комитета по социальным вопросам обсудили итоги проделанной работы. Мы благодарны Юлии Викторовне и сотрудникам счетной палаты, которые проводили эту работу, потому что ими проведена действительно большая аналитическая работа по проверке соответствия тех документов, тех видов работ, которые были выполнены в прошлом году. На работу потратили 25 миллионов рублей. Так этими средствами решили распорядиться сами саровчане, проголосовав за проект на портале «Бюджет для граждан Нижегородской области». Проведенная проверка выявила некоторые нарушения, в частности, посев газона. Посев был проведен повторно в теплое время 2021 года, в том случае, если трава не залита. Но вот сейчас уже, когда вот мы получили практически месяц, мы уже реализовываем это представление КСП, и на сегодняшний день получается, что даже повторный посев газона не дает сходов, поэтому будут пересевать в третий раз. Не везде убран строительный мусор, а также не засыпаны ямы, в которые установили лавочки. Исправить все недочеты – обязанность заказчика в лице заведующего детского сада и подрядчика, с которым заключали контракт, рассказал Евгений Слинчук. С заведующих детских садов – это еще не полный комплект документов, которые я собрал о устранении данных недостатков. Мы, во-первых, доведем до ума все те площадки, уберем все эти там рытвины, неровности и все остальное, что там было. Большинство игровых площадок уже приняли. Работы по исправлению указанных недостатков активно ведутся уже сейчас. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.